Приветствую вас в четвертой части по вязанию фиксика-нолика. Мы с вами сейчас будем оформлять личико. Начнем мы с глазок. Берем ниточку белого цвета и делаем кольцо амигуруми. Крючок берем средненький по размеру. Закрепляем колечко и в него набираем 6 столбиков без накида. Один столбик, второй, третий, четвертый, пятый. И шестой. Стянули колечко и в каждую петелечку делаем прибавление, то есть по 2 столбика без накида в каждую петельку. Первую петелечку провязали 2 столбика, во вторую петелечку, далее в третью петелечку, первый столбик и сюда же второй, в четвертую петелечку, первый столбик, сюда же второй, пятую. И последнее делаем прибавление в шестую петелечку. Теперь будем чередовать столбик без накида, прибавление. Столбик без накида, прибавление. В первую петелечку столбик, во вторую 2 столбика. В третью столбик, в четвертую 2 столбика. В пятую столбик, в шестую 2 столбика. Седьмую 1 столбик, восьмую прибавление 2 столбика, в девятую столбик, в десятую прибавление, в одиннадцатую столбик, в двенадцатую последнее делаем прибавление. Теперь мы 2 раза прочередуем 2 столбика без накида прибавления. Итак, один столбик, второй столбик, в третью петелечку делаем прибавление. И снова один столбик, второй столбик, в третью петелечку делаем прибавление. Сейчас провязываем один столбик без накида и делаем соединительный столбик в следующую петелечку. Вытягиваем ниточку. Эту ниточку мы с вами обрезаем. Эту ниточку, которая у нас с внешней стороны, хотите, вытяните на изнаночную сторону, ее снова закрепите и обрежьте, либо просто обрежьте. Я думаю, она у вас не распустится. Теперь оставляйте обязательно ниточку для пришивания перед тем, как обрезать. Наш белок готов. Сейчас мы с вами будем делать, так сказать, цвет глазок. У меня цвет глазок такой же цвет, как и волосики я провязывала, и туловище. То есть хотите, можете сделать немножечко темнее, хотите немножечко светлее. Если же как я, то я брала ниточку, так сказать, из вязания, так сказать, основной ниточки. Она у меня состоит из 5 тонких ниточек, я оставила 3. То есть как бы отрежьте кусочек ниточки и вытащите, так сказать, с нее часть ниточки. То есть как бы разделите ее напополам, если она у вас толстая. И если вы хотите провязать, как у меня. То есть вот такой вот у нас цвет глазок будет. Вяжем такую же детальку. Беленькую можем уже убирать, она нам не понадобится, в принципе. А с этого, так сказать, цвета делаем кольцо амигуруми на пальчик, я думаю, будет достаточно. И закрепляем его. Колечко провязываем 6 столбиков без накида. Первый столбик, далее сюда же второй столбик, сюда же третий столбик, сюда же четвертый, пятый и шестой. Придерживаем колечко, стягиваем нашу петелечку или волшебное кольцо амигуруми. Теперь в каждую из 6 петелек делаем прибавочку, то есть провязываем в каждую петельку по 2 столбика без накида или прибавочка. Итак, первая петелька прибавочка, вторая петелька, третья прибавочка, четвертая, пятая и последняя петелька, шестая столбик и сюда же второй столбик. Соединительную петельку делаем следующую и вытаскиваем
так сказать, у нас зрачок готов. Если у вас ниточка еще здесь осталась, замечательно, ей будете пришивать. Такие детальки вам тоже нужно сделать два штучки, то есть два белка, два, так сказать, цвета глазика. И нам осталось связать вот такой вот, так скажем, зрачок. Детальку из черного цвета. Поэтому берем черный цвет и делаем снова кольцо амигуруми на пальчик. Закрепляем его и в колечко набираем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Придерживаем петельку, стягиваем колечко. Первую петельку делаем соединительный столбик. Сделали соединительный столбик, вытягиваем, оставляем ниточку небольшую для пришивания. Итак, наш зрачок готов. Всех деталек делаем по 2 штучки. Глазки у меня уже связаны, поэтому мы их будем пришивать. Пришивать, в принципе, вы можете сразу, но я всегда советую, чтобы перед тем, как пришивать, возьмите ниточку любого другого цвета и наметайте, где вы хотите, чтобы у вас располагались глазки. То есть не обязательно, так сказать, пришивать сразу все. Возьмите сначала отдельно, пришейте белок, затем цвет глазика и затем уже пришиваете зрачок. То есть все поэтапно. Не нужно сразу все. Никто никуда, так сказать, не торопит вас, поэтому пришивайте все по отдельности. Затем мы с вами будем вышивать носик и бровки. Я думаю, здесь вы справитесь самостоятельно, глядя на картиночку, по которой вяжете. Перед тем, как пришивать зрачок и цвет глаза, я вам предлагаю взять ниточку в иголочку цвета такого, как мы вязали личико, и на расположении вот приблизительно 5 столбиков, можете 6, то есть вот так вот ниточку проденьте одним стежком, то есть отметьте, где у вас должен располагаться носик. У меня он будет располагаться на 1 столбик от глазок, то есть вот здесь столбик у меня и вот здесь столбик тоже. И теперь я буду, так сказать, наметочными швами, такими вот, скажем так, швами вот буквально вводить иголочку вокруг этого носика, так сказать, нашего отмеченного. У меня иголочка слабо продевается, но будем стараться. Итак, в общем, такими наметочными швами плотненько начинаем вышивать носик. Если хотите, можете тоже связать носик, а затем пришить. Но, в принципе, честно говоря, мне кажется, вот такой носик кажется более естественным и похожим на фиксика, потому что я видела вязаные носики, то, честно говоря, мне не очень нравится. Я предполагаю, что вот этот носик будет гораздо смотреться естественнее, чем тот, который отдельно связанный и пришитый. В общем, я буду наметочными швами вышивать, пока он у меня так не получится, ну, красивенький, так сказать, хороших размеров для носика нашего фиксика. В общем, вот такими вот стежками вокруг вот этого вот отмеченного места для носика я буду вышивать. А затем уже пришью глазики, так сказать, нашу зерницу и, или как она там называется, честно говоря, не помню. Ну, в общем, буду пришивать цвет глазика и зрачок. Вот я довышивала носик и теперь приступаю к пришиванию наших глазок. Итак, мы глазки пришили, носик вышили, нам осталось сделать только ротик. Хотите, можете сделать полосочку такого цвета, как бы темненького, которым мы делали ручки, туловище и волосики. Хотите, можете сделать красненьким цветом, хотите, просто сделайте небольшую утяжку цвета, которого у нас личика. То есть, в общем, в принципе,
Да, еще бровки, вот я довышивала бровки, ну, то есть я просто пришивала глазики и протянула сюда ниточку, несколько стежков делала бровки. Итак, в общем, если вам понравилось, конечно же, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ровных петелек вам, пока-пока!